рассмотрели депутаты изменения, которые будут внесены в окружной закон о здравоохранении. Поправки предусматривают ввод дополнительных мер поддержки медиков с целью привлечения квалифицированных специалистов в округ. Владимир Рожин расскажет подробнее. Людмила Михайлова пополнила коллектив Ненецкой окружной больницы чуть более 3 месяца назад. В Заполярье девушка переехала из города Мирный. Признается, сомнения и переживания, конечно же, были, но сейчас о выборе ничуть не жалеет. Я люблю перемены в жизни, новую обстановку, поэтому нисколько не жалею, что мы сюда переехали. Позитивно отношусь вообще к переменам в жизни, к новому опыту. Сюда приехала по причине того, что муж военнослужащий, его сюда перевели по долгу службы. Мы вслед за ним, всей семьей. Дефицит медицинского персонала в регионе – одна из главных проблем в сфере здравоохранения. На сегодняшний день коэффициент совместительства врачей по Ненецкой окружной больнице равен 1,8. Причем, как правило, не хватает узконаправленных специалистов. Нам необходим врач-невролог, врач-кардиолог, врач-отоларинголог, врач-трансфузиолог и некоторые другие специальности. Я назвала самые острые дефицитные специальности. То есть, если у нас будет достаточное количество высококвалифицированных врачей-специалистов, то, соответственно, помощь нашему населению будет более доступна и квалифицирована оказываться. Для привлечения новых медицинских кадров местные власти разработали дополнительные меры поддержки. Так, например, для студентов, обучающихся по целевым местам, со следующего года могут появиться 3 вида материальной помощи. Это дополнительная стипендия. Для отличников она составляет 5000 рублей. Компенсация стоимости съемного жилья и оплата проезда домой в межучебный период. Что касается докторов, то для их привлечения, помимо уже существующей программы «Земский доктор», разработана дополнительная финансовая поддержка. Соответственно, с момента принятия закона врачи, которые поедут работать на село, они смогут получить 2 миллиона. Врачи, которые приедут работать в Нарьян-Мар и поселок Искатель, получат 1,5 миллиона. Фельдшер, который приедет работать на село, получит 1 миллион в итоге. И фельдшер, который приедет работать на город Нарьян-Мар, поселок Искатель, получит 750 тысяч рублей. Это решит 2 проблемы. Обеспеченность кадрами и, я считаю, что плюс и квалифицированными кадрами. Соответствующие изменения в окружное законодательство уже одобрены на заседании администрации Ненецкого округа. Новый законопроект будет направлен депутатам регионального парламента для рассмотрения на ближайшей сессии. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».